Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как мы снимали квартиру в Кракове. Приходим мы сюда где-то 18 декабря. 18-19, точно уже не помню, декабря. Хотели отпраздновать, приехали раньше, для того, чтобы отпраздновать Рождество, увидеть, как здесь на Рождество красиво, на Новый год. Но не учли, что здесь много праздников, и все готовятся к праздникам. То есть в это время сложнее снять квартиру, найти. Нашли мы квартиру за 5 дней. Так, вот это наша квартира. Вот это коридор, я сейчас нахожусь. Вот у нас налево ванная. Комната здесь, ванная, стиральная машина. Сейчас ближе покажу, вот такая ванная. Ванная хорошая, но только здесь душа нету. Такой минус для нас есть. Большое зеркало. Стиральная машина есть. Полотенцесушитель здесь. Дальше вот налево ванная, а направо у нас туалет. Вот такой у нас туалет. Дальше кухня прямо. На кухне у нас стол есть. Этот стульчик мы покупали в Икее, докупали. Холодильник. Плита. Плита здесь, электро, здесь нету газа, насколько я поняла. Но, в принципе, работает нормально. Правда, мы вот, когда снимали квартиру, она уже была с трещиной. Здесь не видно. Здесь у хозяев вся техника горения. То есть и плита, и варочная поверхность, вытяжка, и холодильник. Не знаю, только. Не, микроволновка другой фирмы. Такая. Посудомоечной машины здесь у нас нету. Спальня. Дочки. Здесь у меня маленький столик тоже всякие. Диванчик. Вот этот комод, который сейчас стоит здесь, он стоял на кухне, там сейчас обеденный стол у нас стоит. Просто нам нужно было место для стола. Когда мы заселились в эту квартиру, здесь был только вот этот маленький диванчик. И, ну вот, кухня. Нашего дивана в гостиной не было. Это потом уже хозяин довез. И когда он привез стол и диван еще, тогда мы вот эту тумбу вынесли сюда, в спальню, используем ее как комод. На кухне у нас уже кухонный стол. Сейчас, если будет видно, покажу весь окно. Не очень видно. Такой вот вид, ничего особенного. Вот здесь она стояла вместо стола тумба. Домофон. И вот гостиная. Диван. Манеж для ребенка мы привозили с собой с Украины. Здесь у нас в этой комнате есть балкон еще. Тоже не видно. Небольшой такой балкончик. И вот такой шкаф у нас на всю стену, глубокий. Хороший шкаф, все наши вещи, это единственный шкаф в квартире, и все наши вещи там поместились нормально. Полы в квартире везде, паркет, но я имею в виду не везде, только в спальнях. В спальне, в гостиной паркет. В коридоре там плитка, в туалете ванной тоже плитка. Температура здесь регулируется тоже на батареях, вот такие регуляторы здесь есть. То есть можно регулировать температуру. Хотя вот зимой здесь, когда топят, то в зависимости от погоды, если на улице тепло, то во всей центральной системе отопительной топят меньше. То есть регулировать нужно, ну, только если по вашему мнению, то есть вот так, жарковато. Вот здесь у нас мог бы висеть телевизор, мы платим за кабельное телевидение и за интернет. Но телевизора у нас нету, поэтому это место у нас остается пустым.
Ну, хозяин на контракт на год с компанией этой, и мы должны платить по 130, по-моему, злотых вместе и за интернет, и за телевидение.